Многие радовались, что Кен Левин не имеет отношения к Bioshock 4, что он наконец-таки не будет навязывать свое мнение, а потом заставлять разработчиков переделывать все снова и снова, из-за чего игры, над которыми работает Кен Левин, так долго и разрабатываются. И Bioshock 4 не должен разрабатываться так же долго, как Infinite или же первая часть Bioshock'а. Мол, Кен Левин только мешал. Мешал. Если верить ArtStation'у одного из разработчиков, то релиз Bioshock'а 4 намечен на 28 год. 9 лет разработки, это даже больше, чем делали первую часть Bioshock'а и Bioshock Infinite. Значит, дело тут далеко не в Кенни Левине. Хотелось бы мне позлорадствовать, но я не могу. Я обожаю серию Bioshock и в новую часть бы поиграл с удовольствием, но, видимо, поиграю еще не скоро, еще 5 лет ожиданий. Эх, видимо, тогда я и выпущу третью часть истории серии Bioshock. Хотя, может быть, все-таки и раньше, посмотрим.